«Пора-пора, порадуемся» называлась концертная программа. Катерина Нефедова собрала лучшие песни Максима Дунаевского. Такие хиты, как «Позвони мне, позвони», «Леди совершенства», «Бродобрей», «33 коровы» и многие другие. Зрители подпевали исполнительницы, и каждый ее выход на сцену встречали бурными аплодисментами. Передо мной стояли достаточно непростые задачи. Почему? Потому что зрители наши привыкли слышать вот эти мега-хиты песенные. Вот «Позвони мне, позвони», например. Там, «Пора-пора, порадуемся», «Три кита», ну и так далее. В исполнении таких прославленных актеров, как Михаил Боярский, Николай Караченцев, Ирина Муравьева. И понятно, что они... Вольно или невольно, меня бы сравнивали вот с этими нашими прославленными корифеями. Но я решила не отступать и сделать все по-своему. Я решила, что буду исходить из своей индивидуальности, из своих голосовых ресурсов. Исполнять знаменитые хиты не так-то и просто. Катерина не старалась перепеть эти песни. Каждую она исполнила в своей неподражаемой манере. Эксперимент удался, зрители с восторгом слушали и следили за всем происходящим на сцене. Прекраснейшие песни, чудесные песни. Как будто я вот немножко на несколько лет отодвинулась. У меня был сын, и мы очень любили песни вот этой петь про Д'Артаньяна, там, про эти вот шпаги, да, покачивая седло. И меня прям вот все это воспоминания нахлынули. Сейчас у меня внучка подрастает, мы с ней тоже песенки поем. И вот эти 33 коровы тоже шикарные песни, замечательные. Но у этой артистки такой сильный голос, такая манера, такая подача. Я сидела сама, вот уже там девочки, видели, танцевали? Я готова была сама встать и потанцевать тоже, честно. Очень большое спасибо, шикарно, шикарно, замечательно. Детский хореографический ансамбль «Красная звезда» внес в концертные номера дополнительную изюминку. Над каждой песней долго трудились и репетировали. Я хочу поблагодарить наш ансамбль «Красную звезду», талантливых ребят, педагогов, которые щедрые на творческую выдумку. И я считаю, что ансамбль «Красная звезда» просто необычайно оживили и украсили наш концерт. Работать с творчеством Дунаевского волнительно, но в то же время интересно, признается Катерина. Прикасаешься к музыке, которая совершенно точно, как нельзя лучше, характеризует состояние русской души. Никуда, никуда нельзя покрыться нам, но откладывать жизнь никак нельзя. Никуда, никуда, но знай, что где-то там кто-то ищет тебя среди дождя. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».